Здравствуйте, с вами телепередача «От кольчуги до брони», ведущий Станислав Коробков. Сегодня у нас, как вы видите, тема связана с флотом, с морем. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что 28-29 апреля совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма, молодежным Донецким городским центром, а также Донецким военно-историческим клубом и военно-историческим обществом планируется проведение открытых республиканских соревнований по судомоделизму и стендовому моделизму. То есть все желающие могут принять участие в этих соревнованиях. Ну а теперь сама история. История такая. Сначала я хотел рассказать историю про один торпедный катер, который немножко незаслуженно забыт. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, но тема эта такая большая, можно сказать, огромная. Поэтому надо начать, мне кажется, с истоков. А истоки начинаются с того, что есть такая фраза: «Россия – родина слонов». Так вот, к торпедным катерам она имеет самое прямое отношение. Итак, первое. Применение тогда еще паровых торпедных катеров произошло в русско-турецкую войну, которая происходила с 1877 по 1878 год. Тогда положение России было довольно сложное. Флота на Дунае и на Черном море, можно сказать, почти не было. А турецкий флот был довольно зубастый. Было много канонерских лодок, кораблей, переоборудованных из гражданских, а также специально построенных броненосных пароходов. И что с этим делать, была большая проблема. Ну и проблема решилась с применением того, что будущий лейтенант флота Степан Осипович Макаров, который впоследствии стал прославленным адмиралом, предложил русскому военно-морскому ведомству применить против неприятеля торпеды. Торпеды были трех типов. Буксируемые, которые могли буксироваться паровым торпедным катером, шестовые и самодвижущиеся. Итак, вот с помощью вот этого неизвестного до этого оружия русский флот немножко, так сказать, надавал по сусалам турецкому флоту. В ходе войны русские катера предприняли 8 торпедных атак, 3 шестовые торпеды, 3 буксируемые и 2 самодвижущиеся. Эффект был, можно сказать, соответствующей фразе «эффект разорвавшейся бомбы». Маленькие неказистые суда атаковали и повреждали довольно большие суда, которые никто в кошмарном сне не мог себе представить, что могут быть повреждены горсткой смельчаков, которые подходили к бортам и атаковали эти суда. То есть эффект был шикарный. Но война закончилась в пользу, разумеется, России, как всегда, но бурного развития дальнейшего торпедных катера в тот момент не получили. Почему? Ну, во-первых, было это в виде новинки, но потихонечку флота начали наращивать мускулы. К сожалению, для русского флота гибель уже адмирала Степана Осиповича Макарова в русско-японской войне ни к чему хорошему не привела. То есть человек был он яркий, вводил во флот много нового и эффектного. То, что касается торпедных катеров. Поэтому после его смерти торпедными катерами в России сильно не занимались. Ну а после русско-японской войны через определенное время началась Первая мировая война. И если на Западном фронте Британия, Германия, Италия, Франция и Австро-Венгрия предпринимала попытки использования новейшего оружия торпедные катера, то в России это немножко как бы спустили на тормозах. Ну, фраза российского флота: нету нужды, надобности нету. Поэтому с торпедными катерами у нас как-то немножко заглохло.
Заглохло это до окончания Первой мировой войны. А вот дальше будет самое интересное. Движение российских, или точнее вторым толчком русским или уже советским торпедным катерам преподнесла наш самый заклятый друг, в скобках враг, Великая Британия, то есть Англия. В период Первой мировой войны, это 15-16-17 год, британцы начали использовать сверхмалые быстроходные катера, которые они переработали под военные нужды, то, что сейчас уже классически считается торпедным катером. Катера эти британцы называли ГМБ. Это была дань шифрованию, то есть секретности. Официально это расшифровалось как малый прибрежный катер. На самом деле это были сверхмалые торпедные катера, оборудованные лотковыми торпедными аппаратами, тогдашней новинкой, которую они применяли, ну, если честно, не сильно шикарно или не сильно плодотворно в период Первой мировой войны. В принципе, за 17-18 год катера ГМБ довольно интенсивно использовались в проливах вод Ла-Манша, у южных берегов Англии, а также у французского побережья. Ну, в тех местах была самая интенсивная боевая деятельность флотов, поэтому они там и использовались. Ввиду того, что у них была очень малая осадка, они, можно сказать, лежали на воде, то есть никакие бонные минные заграждения для них помехой не были. Ну, в общем, единственным примером боевого применения британских катеров ГМБ была торпедная атака у якорной стоянки у города Остенд. Там они потопили германский эсминец, новейший германский эсминец Г-88. А вот крупными и первыми массовыми, так сказать, жертвами британских катеров именно стал бывший ихний союзник, русские военные корабли. На тот момент это был уже 1919 год, у нас была гражданская война, так сказать, в самом разгаре. Ну, британцы, как говорится, наши заклятые друзья, в скобках враги, как могли в этой гражданской войне, нам, так сказать, гадили. Гадили они с толком, с удовольствием. Ну, в общем, первое применение это, так сказать, Балтика. И самое знаменитое это нападение на Кронштадт. Ну, немножко предыстории. В общем, в мае 1919 года в строгой секретности, секретность была страшная для тех лет, то есть знали об этом единицы, в Финский залив вошел авиатранспорт британский. На борту этого авиатранспорта находились 50-футовые и 40-футовые торпедные катера ГМБ. Базироваться они планировали в Финском заливе в пункте Терриоки. Катеров было 8, по одним документам 9 единиц. После того, как они, так сказать, стали на базирование, эти катера в наглую совершили 13 разведывательных рейдов в район Кронштадта. Ну, теперь по поводу в наглую. Ну, во-первых, в Финском заливе и в самом Кронштадте было довольно много фортов. В этих фортах, разумеется, располагались морские части, которые поддерживали советскую власть, но там маленький нюансик. Красные военморы немножко, как бы это так поделикатнее, расслабились. То есть та дисциплина царского режима, то есть серьезная дисциплина, служба, она была немножко, как бы это так сказать, припущена. Морячки могли не сильно обращать внимание то, что находится на близком действии от ихних фортов, можно сказать, больше дрыхли, пьянствовали. Ну, в общем, несли службу спустя рукава.
Так что вот эти 13 разведывательных рейдов в район Кронштадта, это просто, как говорится, лиса зашла в курятник, а куры даже не заметили лису. Единственные два раза, когда они чуть ли не подходили к причальной стенке, тогда на них обращали внимание, и вот эти два раза, они, как говорится, были замечены. Разумеется, красные военуморы, так сказать, офигев от такой британской наглости, открывали по ним огонь. Кстати, с торпедных катеров, вооруженных пулеметами, им отвечали. То есть, вот это первый раз их заметили. Ну а дальше? А дальше в середине июня был небольшой мятеж фортов Красная Горка и Серая Лошадь. Разумеется, британская разведка все это поджучивала и, как говорится, поддерживала. Красным, разумеется, не понравилось, что у них под боком два мятежных форта подняли восстание против советской власти. Ну, форты решили немножко наказать. На наказание вышли линкоры Петропавловский, Андрей Первозванный, а также крейсер Олег. Ну, корабли подошли поближе к фортам, ну и начали их немножко обстреливать. Обстрелы были очень, так сказать, продуктивные. Форты несли довольно большие попадания. Был нанесен моральный и материальный немалый урон мятежникам. Ну, англичане ж вроде как им помогают, так сказать, надо ж помогать и дальше. Ну и для помощи были выделены именно торпедные катера с целью уничтожения линкоров и крейсера. Торпедные атаки, которые были произведены, оказались крайне неудачными. Торпедные катера вернулись на базу. Вроде бы как бы наступило затишье. А вот в районе июня 16-го, в ночь с 16 на 17 июня английские торпедные катера опять попытались возле Толбухина маяка на стоянке атаковать крейсер «Олег». Ну, что вам можно сказать? Дистанция 2-3 кабельтовых, это 400, ну где-то 500 с небольшим метров. Выпущенная торпеда попала в левый борт в районе котельного отделения. Спустя 12 минут Олег затонул. Самое смешное, что на судне даже не поняли, что случилось. То есть они даже не обратили внимания, что была произведена торпедная атака. То есть служба велась, можно сказать, из рук вон плохо. Британский катер остался незамеченным, вернулся в Терриоке. Через два месяца, в ночь 16 на 18 августа, последовал уже налет на Кронштадт. Всей грандиозной операции британцы решили, так сказать, участвовать по полной. В этой операции британцы решили использоваться по максимуму и решили использовать 8 торпедных катеров, а также для поддержки с воздуха применили еще 8 гидроаэропланов с авиатранспорта. Итак, в ходе налета катера повредили одной торпедой линкор Андрей Первозванный, потопили в плавбазу подводных лодок Двина, это бывший крейсер «Память Азова», а также выпустили две торпеды в линкор Петропавловск. Ну, Петропавловск хранил бог, две торпеды прошли мимо цели и взорвались у причальной стенки. Других потерь в этой атаке большевики не имели. Но англичане понесли потери в течение 20-30 минут. Какие это были потери? Атака вроде бы была удачной, но если в первых до этого атаках красные военноморы себя вели из рук вон плохо, то тут немножко как-то вот получилось все наоборот. Три торпедных катера из 8 потопила артиллерия эсминца «Гавриил». То ли там были моряки более дисциплинированные, то ли они были более профессионалы. Ну, в общем, ухайдакали они три торпедных катера своей артиллерии. Два торпедных катера затонули из-за повреждений во время отхода. Все-таки по ним довольно плотно стреляли. У одного катера, к сожалению, это в те времена бывало, взорвался мотор, и экипаж его затопил. Таким образом, погибли 6 катеров из 8, которые участвовали в этой атаке. 9 членов экипажа попали в плен. Из погибших были те, кто именно выступали с застрельщиками вот этих торпедных катеров ГМБ. Но тут ведь как в сказке, намек.
Торпедные катера своими действиями подтвердили, что могут успешно атаковать противника, если действуют внезапно, дерзко и тактически грамотно. А это как раз и было. Зачем я рассказал всю эту предысторию? Суть ведь вот в чем. У нас была гражданская война. Гражданская война ничего хорошего любой стране не приносит. Ну, во-первых, в этой гражданской войне больше всего пострадали сами воюющие стороны. То есть экономика, люди, страна, армия, флот. Все это, как говорится, пришло к минусу. И получилась такая вещь. Гражданскую-то войну красные-то закончили, победили. Промышленности нет, армию надо создавать новую, флот тоже. Ну и получилось, что в планах большевиков относительно применения флота в грядущих сражениях с империалистами ничего хорошего не светило. Флот надо было возрождать, а точнее строить почти новый. Царские программы, конечно, какие-то суда были достроены, но все пришлось делать заново. А самое главное, промышленности нет, людей, которые это строить будут, пока тоже нет. Ну и самое главное, гроши. Грошей тоже, как говорится, надо было откуда-то взять. И как раз вот этот Кронштадтский инцидент подтвердил то, что Красный флот может только в первые годы, а может даже десятилетия, применяться только в функциях береговой обороны. Корабли стоят небольших денег. Введение в строй. А тут маленькие какие-то плюгавенькие кораблики могут по-быстрому, особенно если на них храбрые люди, топить большие корабли. Как говорится, пример хороший. Решили взять за основу. Строить малый флот. Ну, малый флот-то строить, но опять же деньги. Ну и самым главным вылезло вот что. Флот должен быть, строится быстро, а самое главное дешево и в большом количестве. Вот теперь уже, как говорится, предыстория закончила, теперь начинается история наших первых торпедных катеров. А первыми торпедными катерами у нас были катера типа Ш-4 и Г-5. А родословную эти торпедные катера ведут именно с британских ГМБ, которые были взяты в период гражданской войны на Каспии, некоторые на Балтике. Некоторое количество использовалось, ну не как торпедные, а просто как катера прибрежного базирования на Черном море. Теперь по самим катерам ГМБ. Это были очень маленькие суда, то есть если сравнивать Ш-4, это почти половина Ш-4. Это были очень маленькие суда с деревянными корпусами, с одним лотком, в последующем было два лотка для торпед. Двигатели были авиационные. Размеры у них, ну самое интересное, 40 футов. 40 футов это 12 метров 20 сантиметров. То есть крайне маленький. Кстати, британцы считали, что это отважных и сильных людей катера. То есть жизненное обеспечение на этих катерах не было никакого. То есть маленькая суденушка с двигателем, сзади торпеда и все. Вот. То есть для очень смелых и храбрых людей. Британцы, кстати, эту ветку потом после Первой мировой войны потихонечку прикрыли. Так вот, были у них 40-футовые, которые нам достались в трофей, и 55-футовые. Это приблизительно 18 метров 3 сантиметра. Итак, родословная идет у нас именно от британцев. Потому что под рукой больше ничего не было, а что-то либо после гражданской войны нам продавать, как вот авиацию, авиамоторы, как-то вот с флотом у нас не получилось. И из трофейных у нас начали выкристаллизовывать отечественный катер. Так, к 25-му году, как говорится, терпеть было уже некуда. Как говорится, время идет, а надо что-то делать. Предыдущие попытки некоторых комиссий создать что-то похожее на торпедный катер не увенчались успехом. Может быть, это больше было связано с тем, что за этим занимались по тем временам не совсем специалисты.
Итак, Реввоенсовет СССР в 25 году поручил строительство торпедных катеров Центральному аэрогидродинамическому институту, сокращенно ЦАГИ. Тут маленькое отступление. ЦАГИ вообще-то занимались авиацией. Как-то вот авиация и флот. А ларчик открывается просто. Работу поручили конструктору Туполеву. А Туполев, кроме создания цельнометаллических самолетов, которые уже в тот момент уже проектировались и летали, еще и занимался именно в ЦАГИ аэроглиссерами и аэросанями. То есть мода тогда была применять авиационные винты и двигатели на аэросанях, аэроглиссерах. Ну что такое аэроглиссер? Это тот же самый катер, только у него еще стоит специальная установка с воздушным винтом и двигателем. То есть нету водяного винта, а есть воздушный. Тогда это было модно. Ну, мода была такая, что у нас даже в железнодорожной промышленности пытались авиационные винты применять. Кстати, на подобные установки экспериментальные погиб товарищ Артем. Был такой вот типа мотодрезинки с авиационным двигателем. Ну, мода была такая. И вот товарищу Туполеву предложили возглавить группу, которая бы создала для РСФСР морское судно. В группу входили на тот момент ведущие, в дальнейшем довольно знаменитые авиаконструкторы. Это был сам Туполев, Архангельский, Грибов, Некрасов, Петляков и Четверяков. Ну, во-первых, к решению поставленной задачи ребята подошли, с одной стороны, новаторски, свежо. С другой стороны, это потом в дальнейшем сильно аукнулось. Подошли по авиационному. А на кой нам делать из дерева? Кстати, по поводу дерева. Если британские, да вообще в тот момент катера были, строились в основном из дерева, но не из простого дерева, там сосна, лиственница, а из серьезных пород, которые, к сожалению, в России не произрастали. Это был или канадские деревья, или же, извиняюсь, вообще с Юго-Восточной Азии вывозили. Кстати, на эту тему. Вот не так давно был отреставрирован крейсер «Аврора». И там был такой нюансик. Была большая проблема восстановления тиковой палубы, то есть деревянного настила на палубе крейсера «Аврора». Так вот, тик этот был закупался Российской империей в Юго-Восточной Азии. Больше дерева нигде не росло. И были проблемы в закупке именно такого сорта ментобруса, который ставился именно для крейсера «Аврора», который реставрировался. Но это я отступил. Так вот, дерева вроде у нас много, но дерево не подходит. А дерево — это все-таки вес. А новый металл «Дюраль», он был довольно легок. И вот из-за этой легкости первые торпедные катера, можно сказать, единственные в мире, у нас строили из дюралюминия. А также к этим торпедным катерам еще и пришпандорили авиационные двигатели, ну, правда, на валы к водяным винтам. На этом мы заканчиваем первую часть рассказа про торпедные катера. Продолжение следует.